Фадей. Имя Фадей еврейское по происхождению, но имеет две версии трактовки. По первой, может являться еврейской формой греческого имени Теодор, что трактуется как дар Бога. По второй, могло произойти от еврейского слова, которое переводится как похвала или восхваляющий. Мужское имя Фадей сегодня пользуется такой же популярностью, какой пользовалось в 90-е годы, и встречается в странах с русскоязычным населением столь же часто. И это неудивительно. Хотя особо популярным оно никогда не было. Напротив, считается редким, несмотря на то, что имеет сильную энергетику и хорошее значение. Имя Фадей не входит в сотню популярнейших русских мужских имен, и в современности встречается довольно редко. Значение и энергетика имени Фадей. Значение имени Фадей может сулить носителю такие черты, как энергичность, действенность, желание работать и развиваться, активность и деятельность, справедливость и сосредоточенность. Но и это не все. Помимо всего прочего, стоит сказать и о том, что в большинстве случаев носители имени Фадей – это очень яркие личности. Притом яркость эта зачастую не врожденная, а искусственная. Просто носители этого имени в своем большинстве слишком зависимы от того, как их воспринимают в обществе, и делают все возможное для того, чтобы восприятие было максимально положительным. Самое главное достоинство всех носителей имени Фадей – это их способность приспосабливаться к атмосфере в обществе, умение принимать такой облик, какой требуется в той или иной ситуации. Фадей плохо относится к людям, которые пытаются навязывать свое мнение и которые всячески демонстрируют свое превосходство. И вообще, Фадей никогда не потерпит рядом с собой выскочку или просто слишком навязчивого человека. Астрологическая символика имени Фадей. Камень-талисман – изумруд. Планета-покровитель – Уран и Венера. Покровительствующая стихия – воздух. Животный символ носителя имени Фадей – бык. Растительный символ – барвинок. Лучший зодиак – телец и весы. Число Фадея – 8. Счастливый день – среда. Идеальный сезон – осень. Фадей в детстве. В детстве имя Фадей мальчику дарует энергичность, самодостаточность и веселый нрав. Он бесконечно балуется и веселится, не может сидеть ровно и вечно пребывает в состоянии поиска приключений, придумывает баловство, шутки, игры и разные веселья. Родителям нередко доставляет хлопоты. Мамы других деток жалуются на него. Но на него не могут подействовать ни грубая сила, ни отцовская жесткость. Зато со сверстниками у него все супер. Никогда не ссорится, и все его обожают. Фадей чувствует себя лидером, причем не навязанным. У него большое будущее, но родителям изначально приходится немало попотеть над его воспитанием. С родителями у Фадея до самой зрелости отношения натянуты по вышеназванным причинам. Баловство, риск, движение, непослушание – все это приводит к родительскому недовольству. В то же время замечания и критика его обижают. Ненавидят, когда на него давят. Чересчур сильно в нем бурлит самостоятельность. Фадей-подросток. В школе характер у Фадея таков, что не позволяет ему добиться успеха, да и влияние планет-покровителей сказывается. Непоседливость и непокорность вызывают нелюбовь у преподавателей, из-за чего он и страдает. Он может перебиваться с двоек на тройке, но зато его шалости учителя прощают, ибо он обладатель обаятельности и дара переубеждения. С одноклассниками все супер. За оптимистичность и позитивность его обожают и девочки, и мальчики. И вообще, все хотят дружить и быть рядом с ним. Правда, в душу и сердце подросток Фадей пускает далеко не всех. Тщательно перебирает потенциальных друзей и может выдвигать к людям чрезмерно большие требования. В браке. Фадей достаточно влюбчивая и непостоянная личность. Долгое время этот мужчина избегает серьезных отношений. Женится он, когда ему уже далеко за 30. Прежде чем вести свою избранницу под венец, он долго встречается или даже живет с ней. Если она не оправдывает его ожидания, никакой свадьбы вовсе не будет. Аккуратный и ухоженный Фадей желает видеть рядом с собой не только красивую холеную даму, но и отличную хозяйку, покорную и верную жену. В быту он просто идеальный супруг, активный и действенный хозяин,
У него золотые руки, ведь он без помощи мастеров способен отремонтировать любой предмет в своем доме. Кроме того, всю физическую тяжелую работу он делает самостоятельно, не перегружая любимую супругу. Фадей крайне внимательно и романтично относится к своей любимой. Старается, чтобы она была одета модно и красиво, как с иголочки. В его семье приняты регулярные выходы в свет. Сам он всегда следит за собственным внешним видом, всегда аккуратно и опрятно выглядит. Фадей может спокойно сам себе погладить вещи и не упрекнет в этом супругу. Только если жена запустит себя и интимные отношения с ним, Фадей начнет изменять. При этом измену жены никогда не простит, а развод для него – сильнейший удар. Фадей как отец. Некоторые люди созданы для того, чтобы быть родителями, а другим отцовство и материнство дается с трудом и воспринимается как каторга. Но предугадать, как именно будет чувствовать себя человек, когда станет родителем, невозможно. Фадей обладает просто замечательными качествами характера – доброта, нежность и умение заботиться. Это позволяет предположить, что он станет по-настоящему хорошим отцом. Он очень любит своих детишек и с удовольствием заботится о них и принимает активное участие в их жизни с самого раннего детства. Однако он слишком мягко и ласково относится к процессу воспитания детей. Он обожает с ними играть и развлекаться, а вот строгости в его подходе воспитания детей сильно не хватает. Он позволяет детям устраивать балаган в доме и творить что угодно. Постоянно балует их, но потом дети могут сесть ему на голову. Фадей с детства любит путешествовать, и даже с совсем маленькими детьми он готов отправиться в путешествие. Поездки, новые впечатления и эмоции – вот что ожидает его детей. Отдельное место в его жизни занимает творчество. Он с удовольствием делится своими навыками рисования с детьми и учит их рисовать. Занятия спортом также входят в его времяпровождение с детьми, а вот воспитанием, дисциплиной и образованием детей занимается супруга. Совместимость. Самая лучшая совместимость у мужского имени Фадей с такими женскими именами, как Любовь, Лилия, Ольга, Роза, Калерия, Изольда и Александра. В союзе с одной из них может быть образован реально крепкий, счастливый и долговечный брак. С Августой, Анжелой, Брониславой, Региной, Роксаной, Фридой и Мартой долговечности не видать, зато в период процесса создания пары будут бушевать страсть, любовь и взаимопонимание, но все это заменится в итоге ревностью и разногласиями. А вот с Диной, Ренатой, Эльзой и Еленой никакого соответствия, только взаимное непонимание, необъяснимая и глупая ревность и итоговое расставание. Такому мужчине нужна спутница-противоположность, желательно серьезная и практичная, рассудительная и умная.